здравствуйте! О самых ярких и значимых спортивных событиях недели расскажет программа «Про спорт». Меня зовут Петр Бутрим. И сегодня под прицелом нашего интереса подготовка БГК к решающей стадии СЭХа лиги, новые победы Юлии Леонтьюк в толкании ядра, а также секция по прыжкам в воду. 10 минут начинают отсчет. А начнем мы с приятного. Программа «Про спорт» совместно с представительством Национального олимпийского комитета в Брестской области объявляет конкурс. Первый, кто в течение недели пришлет правильный ответ на номер, отображенный на ваших экранах, получит ценный приз. Итак, вопрос. В Древней Греции проводились 5 видов общегреческих спортивных состязаний. И только одни из них были посвящены богу Зевсу. Как они назывались? Ждем ваши СМС-сообщения с правильными ответами. Брестским гандболистам выступать в решающих сражениях СЭХа лиги не впервой. Правда, сейчас на пути к трофею надо обыграть не двух, а трех соперников. По зубам ли это задача для БГК? Мы понаблюдали за заключительной тренировкой команды в преддверии вылета в Венгрию. Надо отметить сразу, третья позиция брещан по итогам основной части турнира еще ни о чем не говорит. Финал четырех непредсказуем и коварен. 2 года назад мешковцы разменяли первое место на четвертое. Прошлой же весной поднялись с четвертого на второе. В этом розыгрыше БГК начинать с предквалификации против Нексе. Последние игры с ними давались брещанам легко, но однажды в 2012-м наша команда все же уступила. Капитан БГК Люба Вукич знаком с будущим соперником еще по чемпионату Хорватии. Наше мастерство на большем уровне, чем Нексе, но я знаю, что они будут бороться 60 минут как лев. Рабочий настрой, сейчас вот последнее приготовление к Нексе. Все нужно довести до ума, можно сказать так. То есть никакой расслабленности нету. Впереди 3 игры. Ну, первая игра с Нексе, так что все мысли об этой команде. Что обращает на себя внимание, так это отсутствие на тренировке сразу нескольких игроков основы. Давид Шпилер прооперирован. За несколько дней до вылета приболели лучший обороняющийся игрок всей лиги Манойлович, а также Шумак и 2 голкипера Пешич и Черепенько. Их участие в матчах под большим вопросом. К самому важному отрезку в сезоне команда подходит с переполненным лазаретом. Возможно, появление на площадке молодого вратаря Дмитрия Потоцкого. Функции разыгрывающего разделят между собой Никуленков и Карачич. Будет сложно. У нас есть уже 3-4 игрока, которые получили травму. 2 заболела вчера. Не знаю, будет сложно, но я думаю, что Нексе выиграем, а потом с Вардаром посмотрим, что будет. Будет большая возможность. Они играли Лигу чемпионов, выиграли, будут больше усталы, чем мы. Это наш шанс. На заключительном перед вылетом в Веспрем занятии наставник мешковцев Желько Бабич смоделировал командную тактику, которая должна принести успех в матче с Нексе. Функционально дружина 3 матча за 5 дней играть готова. Главная же проблема – короткая скамейка запасных. По словам наставника, основное оружие БГК в первой встрече – полуотрывы. Апогеем же решающего раунда может стать битва против македонского Вардара. Своеобразный ремейк прошлогоднего финала. Если выиграем против Нексе, я верю, что сделаем. Играем против Вардара. Вардар е очень силна команда. Это второй год подряд Вардар играет Лигу чемпионов. Попадали между 8 команд, выигрывали 2 раза СЭХа Лигу. Поэтому, если мы выиграем против Нексе и сделаем одну хорошую игру против Вардара, как закончится, не знают, это отлично. Не думаю о Веспрему. Пожелать удачи любимой команде пришли и брестские болельщики. Что ж, возможно, приятный сюрприз в виде красивой игры они получат и в ответ от игроков. На паркет домашней арены Веспрема наша команда выйдет буквально через час. Команда нашей страны на позитивной ноте завершает зимний легкоатлетический сезон. Чемпионат Европы в Праге этому главное подтверждение. 3 медали обеспечили белорусам 8-е место в итоговом зачете. А среди призеров толкания ядра второй турнир кряду – наша землячка. На этот раз приятно удивила Юлия Леонтьюк.
с необычно массивной медалью чемпионата Европы в руках и с улыбкой на лице. Юлия Леонтьюк сегодня переживает, безусловно, лучший период своей спортивной карьеры. Два больших мартовских старта, две медали. Более благополучным сценарий развязки зимнего сезона и придумать было сложно. А вот о том, что когда-нибудь вообще придется подняться на пьедестал, в детстве Юлии даже не мечталось. Нет, я не думала, что я сразу попаду в толкание ядра. И никогда я не думала, наверное, в маленьком возрасте, что я вообще буду спортом заниматься. Это все, можно сказать, как-то случайно, спонтанно, может, получилось. Еще на заре карьеры после непродолжительных занятий в Пинске и Витебске врожденный дар Юлии в полной мере был оценен в городе над Бугом. Именно здесь разглядели в начинающей толкательнице будущую чемпионку. Тренеры немедленно принялись за огранку невиданного таланта. У тебя что-то такое есть, ну, можно сказать, от природы что-то дано. Да, у меня было от природы то, что я раньше захватывал очень хорошо тазом. Получается, потом где-то там начинаешь чуть-чуть перестраивать движение, там что-то добавляешь, что-то еще что-то, как бы это не все сразу получается. Из объятий Юли снаряд вылетает, как из пращи. На чемпионате Европы в Праге ядро приземлилось на отметке 18.56. В португальской Лерии в рамках зимнего кубка и вовсе на 4 сантиметра дальше. Планку результатов опытная брещанка продолжает поднимать, но делая это с умом. Ядро за счет одной силы далеко сильно не толкнешь. Его нужно разогнать, снаряд, в него нужно попасть. Если в него хорошо разогнать и в него попасть, то оно может полететь очень далеко. Несмотря на то, что в Чехии золото у нашей спортсменки увели буквально из-под носа в последней попытке, Юлия не расстраивается. Тем более, что спустя всего неделю желанное первое место осталось за ней. Правда, уже на Кубке Старого Света. Эти награды отныне занимают особое место в персональной коллекции. Ну, это вообще большое, ну, за всю мою карьеру, которую тренируюсь, 16 лет. Ну, это вообще, можно сказать, за Кубок Европы это первая медаль. Ну, такого высокого уровня в большом спорте. Результаты нашей землячки на этот момент занимают самые высокие позиции мирового рейтинга. Что ж, мечта добраться и до наград Олимпиады становится все более ощутимой. Конечно, хочу попасть на Олимпийские игры, участвовать в Олимпийских играх. Как бы каждый спортсмен стремится на Олимпиаде, наверное, выиграть, завоевать золотую медаль. А как там уже будет, никто не знает, как там сложится. Может, звезды сойдутся. А пока на горизонте у Юлии Леонтьюк насыщенный летний сезон. Королева спорта предлагает испытания самого разного масштаба. От апрельского домашнего турнира памяти Шукевича до августовского чемпионата мира в Китае. Главное, чтобы фарт и впредь преследовал нашу главную надежду в толкании ядра. Прыжки в воду как вид спорта в городе над Бугом становятся все более популярными, однако это занятие не такое примитивное и простое, как может показаться на первый взгляд. Специалисты насчитали более 85 видов прыжков, и это только с вышки. Большинству из них вашего ребенка могут научить в центре Олимпийского резерва. Секция по прыжкам в воду работает во Дворце водных видов спорта всего 4 года. За это короткое время здесь стали мастерами и кандидатами с десяток одаренных детей. И это при том, что до недавнего времени с ними занимались всего несколько специалистов во главе с Александром Гладченко. Теперь же штат наставников значительно расширен. 3 месяца назад из Киева в Брест перебрались мастера спорта международного класса Владимир и Алина Ткачевы. В том числе и поэтому брошен новый клич для пополнения секции. За 4 года это, конечно, короткий срок, чтобы подготовить программу. Все-таки прыжки в воду – это сложный, страшный такой для детей вид спорта. Это вышка 7, высота. То, что новые специалисты знают толк в своем деле, подтверждает их главный воспитанник, сын Никита. В 2009-м, еще выступая за сборную Украины, 15-летний парень стал лучшим в Европе среди юношей. Позже были и другие значимые победы, но случилась травма. На прежний уровень Никита должен вернуться совсем скоро и продолжить выступать уже за сборную Беларуси. Мне здесь очень нравится, бассейн хороший, все помогает, и медицина уже получше, чем у нас, конечно. И отношения хорошие, так что буду готовиться завоевать лицензию на Олимпиаду. Вот. А пока начал в форму входить, у меня травмы были недавно. Вот сейчас залечил и потихонечку тренируюсь.
Юные брещане на вышке и трамплине показали, какого прогресса можно достичь за несколько лет. Уже в конце этого месяца наши земляки бросят вызов столичным прыгунам на первенстве Беларуси. Прошлогоднее серебро наша команда обещает разменять на золото. Ведь в выездном составе только преданные своему делу спортсмены. Я люблю высоту и люблю прыгать. Я пришел первый день, мне сразу же понравилось, и я начал заниматься дальше. И уже 3 года занимаюсь прыжками в воду. Мне это очень нравится. Во-первых, я стал меньше болеть. Во-вторых, я стал сильнее намного, качаюсь тут, ну, каждый день подкачка, каждый день тренировки по 2 раза в день. Однако самой яркой и эффектной, без сомнений, стала завершающая часть спортивно-развлекательного праздника «Брестские ласточки». Шоу-программу сдобрили шутливыми артистичными прыжками в образах самых разных героев. Облаченные в одежду воспитанники Брестской школы прыжков в воду подарили всем гостям незабываемое мгновение радости и смеха. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Не забывайте присылать свои ответы на вопрос нашего конкурса с помощью смс-сообщений на номер 9900. Занимайтесь спортом и берегите себя. Пока!